Всем привет! Канал «Госпожа Гортензия», я Ирина. Сегодня я в продаже хочу предложить вам черенки, или, может быть, они уже не черенки, а кустики, гортензии сортов «Металлика» и «Бонфайр». Эти растения выращены из импортного черенка, полученного мной в кассете. Они выглядят вот таким образом, по 2-3 веточки, бывает. Может быть, одна веточка, но потолще. Корневая хорошо развита. Можно свободно посадить в 3 литра. И на следующий год будут у вас хорошие, большие кустики. Всем привет. Пока-пока.